Министерство культуры Челябинской области и 31 канал представляет проект, посвященный году литературы. Шедевры русской и зарубежной классики, а также лучшие произведения современных авторов читают люди разного возраста и разных профессий. Доходят руки до там, художественной литературы, да. Я понимаю, что это однажды закончится тем, что начнется просто какое-то отупление, оглупление. Например, это я просто запомнила на всю жизнь. «По лестнице спускались женские шаги», написал Толстой. Видишь совсем иные сцены, совсем иные слова, поэтому перечитывать даже интереснее. Я Лена Борисова, я читаю Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Я Наиль Хайрулин, я читаю Василия Макаровича Шукшина. Я Александр Полозов, я читаю Клиффорда Саймака «Новеллу «Город».» Литературный проект «Я читаю». Скоро на 31 канале.